Травы Татьяна Александровна Горновская. Добрый день, уважаемые ветераны, дорогие ребята, жители района Бирюлево-Западное. Сегодня очень памятный, торжественный день. Год юбилейный для всей страны, для нашего города, для нашего района. В этом году, чуть более месяца назад, мы отмечали самую великую дату – 70-ю годовщину Победы. Чтили память погибших воинов и чествовали наших здравствующих ветеранов. Еще раз хочется вспомнить о тех страшных днях, когда совершенно неожиданно на плечи советского народа эта страшная глыба – война. И пожелать всего самого наилучшего, долгих лет жизни тем ветеранам, которые сегодня с нами. И пожелать нашим дорогим ребятам, подрастающему поколению, воспользоваться этой возможностью, как можно больше узнавать о тех страшных событиях, которые случились уже более 70 лет назад, чтобы никогда черное крыло войны не накрыло мирное небо над нашей головой. Низкий поклон павшим воинам.